Добрый день, друзья! Сегодня июльский обзор цен и предложений на Мерседесы. К сожалению, в этом обзоре практически нет свежих машин. Перед обзором отвечу на один вопрос из комментариев. Друзья, раньше в обзорах, когда попадалась коробка DSG, я просто озвучивал как автомат, поскольку это написано в информационной табличке. В информационных табличках не уточняют, какая именно коробка, там просто делят грубо автомат или механика. Причем, если даже попадается там робот, вариатор там, или вот DSG, в табличках об этом не пишут. Пишут просто или автомат, или механика. В комментариях люди стали писать, чтобы я уточнял, озвучивал, если коробка установлена на автомобиле DSG. Но стал уточнять, появились комментарии, что такое DSG. Конечно, многие знают, но многие не знают, что такое DSG. Поэтому, насколько я знаю и как я это понимаю, я сейчас постараюсь рассказать. Коробка DSG – это фактически та же роботизированная коробка, коробка-робот. Вот, она, как бы, если по большому счету сказать, механическая, но имеющая два сцепления. Соответственно, два вала и четыре диска. Какое это дает преимущество? Преимущество в чем? В том, что получается переключение передач наиболее быстрое. Один диск отвечает за нечетные передачи, второй за четные. И вот, допустим, человек едет на третьей передаче, у него один диск сомкнут с маховиком, то есть передает вращение на коробку, а второй наготове стоит. И когда компьютер определяет, что необходимо переключиться, то происходит переключение практически одновременно. Этот диск отходит, а тот примыкает. То есть как бы за доли секунды. Соответственно, получается, что нету, практически нету разрыва, постоянно передается крутящий момент от маховика на коробку. И таким образом ускоряются переключение передач. Вот. Но, естественно, есть в этом, помимо плюса вот этого вот ускорения, конечно, есть и минусы. Минусы какие? Ну, естественно, DSG дороже в обслуживании, и не на каждом сервисе ее могут обслужить. Я имею в виду не плановое обслуживание, она считается необслуживаемой, а в случае, если что-то с ней случилось. И есть два варианта DSG. DSG-6 и DSG-7. DSG-6 работает в масле, это мокрая коробка. Соответственно, у нее дольше срок службы, и она работает более мягко, чем DSG-7. DSG-7 это сухая коробка, она работает не в масле. Соответственно, у нее срок службы сокращается, и еще суть в том, что она адаптивная. DSG-7 это тот же S-Tronic, еще так его называют. И вот адаптация приводит к тому, что, например, если ты едешь по трассе, а потом заехал в город и стиль езды изменился, то мозги коробки сразу не могут перестроиться. Они перестраиваются в течение 10-20 минут. И в течение 10-20 минут происходят во время езды толчки, неравномерность, вибрация коробки. Многие считают, что это неисправность, но приезжая к дилерам, они получают ответ, что это нормальное явление. То есть это, оказывается, заложено вот в эту коробку DSG-7. При каждой адаптации, допустим, даже если на машине проехал один человек, который плавно ездит относительно, а потом сел другой, который любит быструю, резкую езду, там, активную, то, соответственно, такой вот процесс будет происходить каждый раз, когда это будет меняться. Также, если ты ездил по городу, выезжаешь за город,
10-20 минут вот это будет длиться, или наоборот. Поэтому, конечно, я считаю, это довольно большой минус. У DSG 6 это так не проявляется. Ну вот, в общем-то, так коротко, что такое коробка DSG. Устанавливается эта коробка на автомобили марки Volkswagen, Audi и Skoda. То есть автоконцерн VAG. При том, что знают производители о вот этом вот недостатке, тем не менее, ее не собираются снимать с производства, ее также ставят. Производителям гарантируется 150 тысяч, я считаю, это очень мало, конечно, или 5 лет эксплуатации. Но по отзывам даже многие беспроблемно не проезжают эти 5 лет или вот эти 150 тысяч. Так что DSG 7, в общем-то, ну, я так думаю, мой совет — лучше не брать. Но когда я показываю машины, я вижу, что там коробка DSG, но какая она, DSG 6 или DSG 7, я не могу сказать, не знаю, это надо уже уточнять. Ну, я думаю, продавец не знает, надо просто смотреть по вину, может быть, или по году выпуска, какая там стоит коробка. Конечно, DSG вообще коробки, они, естественно, более экономичные, топливо машина с коробкой DSG тратит меньше. То есть и более считается экологичнее. Ну вот видите, в погоне за экономичностью, экологичностью выпускают вот такие коробки. Ну что говорить, в погоне за этими же характеристиками делают и блок цилиндров делают облегченный, и головки делают облегченными, и КПД повышают за счет всевозможных там, за счет электроники, за счет турбонаддува повышенного. Все это, конечно же, снижает срок эксплуатации автомобиля, потому что производители не заинтересованы, чтобы человек, купив новую машину, долго на ней ездил. Им интересно, чтобы человек поездил там 2-3 года, потом ее в утиль и купил новую. Естественно, большинство населения так не может, но производителю это выгодно. Вот такая ситуация. Mercedes B170 из Германии 2009 года. 2 литра бензин-газ, механика, цена 4750. Mercedes CLK 200 купе из Германии 2004 года, бензин 1,8 литра, автомат, пробег 189 тысяч, цена указана 3950, отдают за 3650.
Mercedes А160 из Германии. 2010 года, 1,5 литра бензин, механика, комбинированный салон, цена указана 3850, отдают за 3750. Mercedes S350, 96 года, дизель 3,5 литра, автомат, кожа, пробег 528 тысяч, цена 2450. Ржавчина на капоте выступает. Ржавчина на левом заднем крыле, сзади и спереди. И небольшая вмятинка на водительской двери. Mercedes C200 купе из Германии, 2002 года. Бензин 2 литра, механика, люк, пробег 229 тысяч, цена 1800.
На крышке багажника написано Т-180. Mercedes B180 из Германии, 2009 года, 2 литра дизель, механика, цена 3950. Mercedes C180 из Германии, 2006 года, 1,8 литра бензин, механика, комбинированный салон, пробег 195 тысяч, выставленная цена 2850, отдают за 2650. Mercedes A170 из Германии, 2004 года, дизель 1,7, механика, пробег 177 тысяч, цена 1450 тысяч. Небольшая вмятинка на правой передней двери.
царапано заднее крыло. Поцарапан бампер задний. Mercedes E220. Год выпуска не указан. 2,2 литра дизель, автомат, кожа, люк. Цена 3400. Mercedes E220 2002 года. Дизель 2,2 литра, автомат, пробег 430 тысяч, цена 3250. Mercedes Vaneo. Вмятинка на капоте. Год, 1,7 литра дизель, механика, цена 1500. Судя по изношенности руля, пробег немалый.
На крышке багажника проступает ржавчина. И есть вмятинка. Немного поврежден бампер. Смотрите канал, пишите комментарии, если интересно, ставьте лайки, и кто не подписался, подписывайтесь. Не забывайте нажимать колокольчик. Всего доброго, до следующих обзоров.